покажем вам, как наносить декоративную штукатурку Velvet Matte торговой марки Imagine Decor. Это матовое декоративное покрытие, имитирующее бархатную поверхность. Предварительно загрунтовав поверхность, наносим первый слой Velvet Matte. Наносится при помощи кельмы в разные стороны на толщину зерна. Оставляем поверхность до полного высыхания. Затем таким же образом наносим второй слой Velvet Matte. Предварительно материал можно разбавить до 20% водой на второй слой, чтобы легче наносилось. После того, как вы нанесли примерно 1-2 квадратных метра, оставляем материал постоять минут на 5. Затем возвращаемся и начинаем формировать рисунок при помощи чистой кельмы. Рисунок формируем по нраву. Самое главное, не оставлять рубцы на нашей поверхности. С данным материалом очень просто и легко работать. Рисунок получается сам по себе, в зависимости, в какую сторону вы ведете кельму. Ну вот и все, наша поверхность готова. Мы получили матовую, приятную на ощупь стену в очень интересном цвете. Стена имитирует бархатную поверхность, но при этом без сильного блеска. Данную поверхность очень легко мыть и протирать, а ее внешний вид никого не оставит равнодушным.